Жара 29 градусов. Валяются голые тела, загорают. Мой велосипед застрял в песке передним колесом. Сегодня 16 сентября, и это Серебряный Бор. Очень жарко. Часы показывают 31,5 градуса. На солнце прям я обливаюсь потом. Южно-крымские пейзажи-то. Мы на берегу. Хоть сегодня понедельник, но народ тусуется во всем. Да, такие вещи надо снимать, видимо, на GoPro, а не одной рукой на DJI. Очень крутые горы. Охренеть. Так, главное бы пропасть бы не упасть, хорошо. Тут река совсем мелкая и прозрачная. Дорожка все продолжается и продолжается. Солнце печет. Иногда тут встречаются просто потрясающие препятствия. Чудовищная грязюка, кстати. А также вот такие вот мосты. Велосипед едет на руках. Я напоминаю, мы еще в Москве. Хотя так и не скажешь. Фу. Здесь вообще как в сериале «Территория», зона какая-то. Видал дерево какое? Видал. Так сухо. Круто. Что же там за очередным поворотом? На краю пропасти. Набрели на шлюз. Вон там за ветками деревьев. А за ним Серебряный Бор. Как будто двор где-нибудь в Йошкар-Оле. Но нет, это Москва. Выжженная солнцем трава, малоэтажная застройка, река сзади. Видно живописный мост, видимо, нам правее. Какие-то домики-то зачетные есть. Вообще. Что самое интересное, это что же? Вообще, такие места никогда не подумаешь, что ты в Москве. Еще жарище стоит, как будто ты где-то в Турции. Теперь у меня ощущение. Еще и пахнет водичкой.
здесь экотропа, судя по всему. Мы в самом сердце Серебряного Бора. Озеро круглое. Народ и здесь плавает на сапах. Вот это, наверное, кайф. И еще один. Кроме этой штуки, здесь еще рядом нудистский пляж. Классное место. Еще круто, что тут очень много уютных местечек. Для того, чтобы разбить мини-лагерь. Чайку сейчас будем употреблять. Минутка релакса. Закипает чайничек. Максимушка отдыхает в гамаке. У нас уже чашечки ждут, булочки. Там народ на сапах плавает, на байдарках только что проплыли. Через речку уже Крылатская.